Здравствуйте, дорогие друзья! С вами блог АвтоМПС. Меня зовут Игорь Сирин. И рядом со мной обновленный Volkswagen Touareg. У нас не простой автомобиль, а с полным внедорожным пакетом. Посмотрите, после рестайлинга у него немного изменилась форма фар. На радиаторной решетке стало больше, и они стали толще. Хромированные полосы, увеличилась эмблема, также изменился передний бампер. Но самое главное, это тот самый внедорожный пакет. В паре с 3-литровым дизелем мощностью 245 лошадиных сил у нас есть не только понижающие передачи, но еще и блокировка центрального и заднего дифференциалов, пневмоподвеска с возможностью увеличения дорожного просвета, а также регулируемые амортизаторы. Поехали, посмотрим, каков этот автомобиль в городе и самое интересное, что он может на бездорожье. На трассе Touareg буквально утюжит асфальт, он словно впечатан в него. Скорость 130, здесь это можно, мы едем по Новой Риге, это автомагистраль. Я поднимаю руки над рулем, утапливаю газ, машина разгоняется. Абсолютно, абсолютно стабильный, абсолютно надежный автомобиль. Если бы мы были в Германии или где-нибудь, где можно разогнаться быстрее, я уверен, что скорость даже в 200 км в час без труда покорилась бы этому Touareg, даже с дизельным, относительно немощным мотором. Превосходный автомобиль для дальних вояжей. Я даже не знаю, что для этих целей можно было бы придумать лучше. Mercedes ML, наверное, будет чуть более валким, излишним, комфортным, порой даже утомляющим своей раскачкой. BMW, наверное, жестковат. С точки зрения сочетания комфорта и устойчивости на дороге, Touareg очень-очень хорош. Так что для дальних путешествий, за исключением, может быть, возможности подключения смартфона, например, для того, чтобы рассчитывать маршрут с учетом пробок, которые сейчас бывают даже на загородных магистралях, Touareg подходит отлично. Бака хватает на 1000 километров. Как ни странно, но к пластику отделки салона все-таки можно придраться. Да, центральный подлокотник обшит кожей. Разумеется, кожаные сиденья, руль, но пластик на центральной консоли жесткий. Такой же он и на дверях. И такой же он даже на крышке вот этого небольшого отсека. Он тоже жесткий, хотя на панели он все-таки мягкий. Здорово выполнен центральный дисплей, он крупный, на него выводится масса самой различной информации, которая наверняка может пригодиться в дороге. Ну и абсолютно легкочитаемые шкалы приборов. Теперь после рестайлинга у них появилась такая белолунная подсветка, которая, наверное, лучше подходит Touaregу, нежели ядовито-красная. И как показывает статистика продаж до рестайлинговых Touaregов, машины с внедорожным пакетом, с понижайкой, с блокировкой заказывали всего 5% клиентов. Я надеюсь, они знали, зачем они это делали. И если вдруг по какой-то причине вы до сих пор сомневаетесь, нужен ли вам Touareg с различными внедорожными премудростями или можно обойтись без них, мы постараемся сегодня вам показать, насколько далеко на нем можно будет уехать, как далеко от этого места вам придется вновь бежать за трактором. Ну вот мы и на бездорожье. Пока я перевожу только электронную систему управления двигателем во внедорожный режим, все остальное остается абсолютно стандартным. Но коробка уже слышно, что работает несколько иначе. У меня на панели показывается угол поворота рулевого колеса. И также немножко иначе работает система ассистента старта в гору. И противопробуксовка также срабатывает несколько иначе. Посмотрим, на что способен наш Touareg на красивых, эффектных 20-дюймовых колесах.
Если помните, примерно здесь же, но в другое время года, мы снимали УАЗ Патриот пикап, а также Mitsubishi Pajero Sport. И здесь же мы без труда перебирались вот через это же поваленное дерево, для чего мне наверняка уже придется приподнять пневмоподвеску. И я думаю, что тогда я также смогу с ним справиться. Напомню, что УАЗ перебрался через это дерево абсолютно играюще. Да, да, все то же самое. В верхнем положении пневмоподвески дорожный просвет получается достаточно серьезным. Так что никакого труда. А то здорово работает ассистент спуска с горы. Но, как говорится, спуститься с горы сможет каждый. Сейчас мы съедем далеко-далеко вниз, а потом попробуем аккуратненько забраться наверх. Электроника сама контролирует скорость. Сейчас порядка, наверное, 10-12 километров в час. Я убрал ноги с педали. Даже не задействуется торможение двигателем. Исключительно за счет тормозов и электроники. Скажу сразу, это не самая крутая из возможных здесь горок. Но мы пока и не задействуем весь потенциал трансмиссии Торега. Пока мы полагаемся на верхний ряд трансмиссии и на отличную тягу 3-литрового турбодизеля. Коробка предусмотрительно удерживает первую передачу. У меня порядка 2000 оборотов на тахометре. И абсолютно, абсолютно без труда мы забираемся наверх. Обязательно найдем горку повыше и также попробуем ее форсировать. Ну что, попробуем. Попробуем разогнаться чуть быстрее. И здесь, конечно же, 20-дюймовые колеса, которые так радовали меня в городе, заметно бухают и передают весь свой дискомфорт. Я перевожу пневмоподвеску еще на одну ступеньку вниз, третий из пяти возможных вариантов, и плавность хода немного улучшается. Вот так уже можно ехать. А если бы еще помягче колеса, то было бы совсем замечательно. Там же, где на УАЗике, я уже успевал подпрыгивать и двумя руками держаться за руль, Туарег едет намного, намного комфортнее. Вы только посмотрите, у нас под передним правым колесом добрые 20 сантиметров свежего подмосковного воздуха. Но в салоне, с точки зрения водителя, это совершенно не страшно. И отчасти это связано с ограниченными ходами пневмоподвески в верхнем положении. Посмотрите, заднее колесо практически не ушло в арку. То же самое с левым передним. Ну и кузов, разумеется, как и положено настоящему внедорожнику и Volkswagen, совершенно не деформировался. Двери абсолютно легко открываются и также закрываются. А вот и наша почти сертифицированная горка. УАЗ Патриот пикап взял ее без особого труда, но на понижайке. И здесь в Туареге она тоже есть, и я ее именно сейчас задействую. Так же, как в УАЗе, поворот на одну ступеньку. Кроме того, есть блокировка центрального и даже заднего дифференциала. Вот, понижайка включилась, пока без принудительной блокировки. И попробуем не спеша забраться. Надеюсь, что хватит сцепления летних асфальтовых шин с сухой травкой. Совершенно. Вы видите сами, да, похрустывает противопробуксовочная система, но Туарег карабкается и карабкается вверх. Ну что, а теперь наша самая интересная тарированная горка. УАЗ ее преодолевал, но в другое время года, когда песок здесь был заметно суше. А вот Туарегу с его летними колесами приходится, увы, нелегко. Мы копаем, но копаем, по-моему, вниз, а совсем не вверх и даже не вперед, куда нам хотелось бы. Можно попробовать еще поднять пневмоподвеску,
Но, по-моему, мы еще не докопались до брюха, и мы просто-напросто упираемся в сцепные свойства колес. Ну-ка. Она пытается помочь противопробуксовочной системе. Ну, давай. Давай. Противопробуксовка ограничивает мощность, и, пожалуй, здесь, на Туареге, мы остановимся. Он мне очень понравился как автомобиль для города, как универсальный туристический автомобиль. У него роскошный 3-литровый дизель, но на всех этих внедорожных примочках, на понижайках, блокировках и даже на пневмоподвеске я бы, честно говоря, советовал сэкономить. Вместо этого при выборе Туарега закажите себе лучше сзади фаркоп. На этот фаркоп можно прицепить прицеп, а на прицеп поставить квадроцикл, который вы купите как раз на сэкономленные на вот этих лампочках средства. И удовольствие тогда и от движения по дорогам, и от проезда бездорожья вы получите еще больше. Хорошего дня, берегите себя. Игорь Сирин и блог AutoMPS. Подписывайтесь на нас на канале YouTube, а также смотрите на сайте automps.ru.